Водители не перестают пить за рулем, а родители не заботятся о безопасности своих детей. К такому выводу пришли сотрудники Орехово-Зуевской автоинспекции, подводя итоги работы за 9 месяцев. В этом году Орехово-Зуевский район и город Орехово-Зуево вошли в число лидеров по количеству ДТП с детьми. На наших дорогах пострадали 29 несовершеннолетних. Большинство из них – пассажиры. Некоторые не были пристегнуты. По словам сотрудников полиции, рейды детское кресло проводятся постоянно. Но нарушителей не становится меньше. В городе у нас было 1-2 нарушения. За данные, знаешь, во время проведения проверок, то выехав в город Дрезно, у нас сразу было там оформлено 16 человек. Грубо каждый водитель, который приехал в школу, привез ребенка или в детский сад, соответственно, привозил их без детских кресел. На что водители были удивлены нашим появлением. Не становится меньше и пьяных за рулем. Водители не останавливают даже ужесточение штрафов. Находясь под мухой, автолюбители оказывают сопротивление при задержании. На одного из таких было заведено уголовное дело. Инспектор даже патрульной службы, останавливая водителя, который имел признаки опьянения, который выезжал на полувстречное движение, не остановился на требования сотрудников полиции. Значит, было организовано его преследование. Водитель неоднократно выезжал на полувстречное движение, создавал угрозы жизни и здоровью граждан, после чего водитель был остановлен. Выйдя из машины, водитель сбивает сотрудника полиции, значит, сажает его на капот, сбивает его, после чего сотрудник падает на землю, он, значит, дает задним ходом, опять разгоняется и хотел как бы задавить инспектора. После чего в отношении водителя было применено табельное оружие. Сейчас дебошир задержан, ожидает решения суда. Орехово-Зуевскими инспекторами продолжатся рейды нетрезвые водители детское кресло. Также сотрудники предупреждают водителей быть внимательными за рулем в темное время суток. А пешеходам советуют использовать в одежде световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее на дорогах.